проводим диалоговую площадку по обсуждению рукописи учебного издания «Великая Отечественная война советского народа» в контексте Второй мировой войны. Сегодня мы должны еще раз акцентировать внимание на нашей исторической памяти, на той проблематике, в том числе и научной, которую следует не только углубить, но и расширить. Коллектив нашего факультета подробно, тщательно изучил данное учебное издание, подготовил предложения, которые будут сегодня озвучены в процессе обсуждения. Работа была проделана большая, и этот учебный материал включил все достижения современной исторической науки, те новые знания, которые мы получили в ходе расследования дела Генеральной прокуратуры Республики Беларусь о геноциде белорусского народа, новые представления авторов о определенных фактах и событиях Второй мировой войны. Поэтому приоритетной целью сегодняшнего мероприятия является получение мнения экспертного сообщества, то есть вузовских как раз-таки преподавателей, которые работают с нашими студентами, о качестве представленного учебного пособия. Также будут важны предложения по методическому совершенствованию, содержательному совершенствованию, сбалансированности определенных блоков этого учебного пособия. Все это, я думаю, послужит на пользу качеству предлагаемого материала. Очень значимо и очень важно, конечно, нам знать героев, знать, безусловно, и жертв, знать культуру памяти. Потому что наша культура, она развивается только тогда, когда мы посещаем места памяти. И в этом учебном пособии вот все как бы объединено в одну такую, ну, масштабную совокупность. Это событие и это культура. Поэтому, конечно, очень значимо, что в годы исторической памяти в Беларуси появится такое учебное современные пособия.